Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Вот наступил тот радостный день. Я получил подарок от своего анонимного Деда Мороза, Филатова Вадима с города Бреста. И вот сейчас вскрываю пакетик с подарком. Сразу видно, наша почта его изрядно помяла. У нас также проблема сейчас на почте с коробками. Хотел сегодня купить коробку, но уже все поразбирали. И вот, друзья, подарок мне от анонимного, уже не анонимного Деда Мороза. Пришла вот такая вот коробочка в подарок. Студебекер фирмы ICM в 35-м масштабе. Как видите, коробочку почта помяла. Сейчас вскроем. Ага, здесь видно, Вадим заклеил, чтобы не открылось во время транспортировки. Ага. Вот. О, и в посылочке Вадим подписал открытку с Новым годом. Большое спасибо, Дедушка Мороз. Дорогой внучек, поздравляю тебя с грядущим Новым годом, Рождеством. Желаю побольше собранных моделей и запасов. Ну и, конечно же, счастья, любви и удачи. Спасибо большое, Вадим. Спасибо за пожелания. Коробочка конфет. Что-то выпирает. Ага, вот. Трясанули, повыскакивали. Это деткам. Так, а это у нас... Ага. Город Брест. Брест. Авторский такой брелочек на ключи. Спасибо. Займет свое место на ключах. И, как видите, литники, модели. Смотрю, некоторые детали поотлетали с литников. Вот, друзья, вот такой вот подарок. За что большое спасибо Вадиму я получил в акции «Анонимные Деды Морозы», которая ежегодно проходит на сайте коробка.ру. Мы меняемся друг с другом подарками. И при этом узнаем, кто кому посылает подарок только 1 декабря. Ну, у меня уже подарочек собран для своего внучка. И следующее видео я сейчас сниму по собиранию своего подарка.